Сегодня будем собирать наборчик. Это DCDC-преобразователь на LM2598 с возможностью регулировки напряжения. В комплекте есть тут бумажка. Вот, видимо, инструкция на китайском. И есть схема. В общем, стандартная схема включения LM2596 с возможностью регулировки напряжения вот этим вот резистором. Напряжение с него подается на обратку микросхемы. По входу стоит диодный мостик, поэтому можно питать этот модуль сразу же от трансформатора переменным напряжением. Ну и постоянным, соответственно, тоже диодный мост на это влиять особо не будет. По входу стоит конденсатор на 1000 микрофарад. В принципе, достаточно. По выходу на 220 микрофарад. Ну, не знаю, стандартная схема включения. На вход этого модуля можно подавать до 40 вольт, как здесь указано. На выходе от 1,23 до 35 вольт. Так, есть еще по выходу светодиод. Непонятно зачем, но, видимо, как-то может отображать напряжение на выходе, есть оно или нет. Ну и по его яркости тоже, наверное, будет заметно как-то. На плате, как обычно, все номиналы подписаны. Микросхемка ставится с обратной стороны, и диод здесь вот D5. В остальном, ну, в общем, не знаю, стандартная схема. В комплекте у нас конденсатор. Такой светодиод. Видимо, это вот этот по выходу LED1. Переменный резистор с ручкой. Пару клемм. Сама микросхемка. Конденсатор по выходу на 220 микрофарад. Конденсатор на 25 вольт. То есть вот, 25 вольт конденсатор. По выходу говорят, что может быть до 35. По поводу вот этих конденсаторов. Максимальное напряжение всей этой схемы ограничено вот этим конденсатором на 25 вольт. Конечно, его можно заменить, но речь идет о том, что положили в комплект. Поэтому ни о каких 35 вольт по выходу тут речи не идет. Ну и по 40 вольт по входу, соответственно, тоже. Потому как по входу здесь стоит конденсатор на 35 вольт. Вообще получится так, что максимальное напряжение с трансформатора, которое можно подать на этот вход, это 18 вольт переменки. После выпрямления на конденсаторе будет амплитудное значение или 25 вольт. Меня такое положение дел, в принципе, устраивает. Ну, если кому нужно больше, просто ставим конденсаторы на более высокое напряжение. Ну, ладно, приступаем тогда к сборке и начнем с SMD компонентов. Их на лежачую плату ставить поудобней. Не путаем анод-катод. Здесь вот есть полосочка. И здесь указан также, где катод. То есть ставим полоской к микросхеме. Так, и микросхема. Также лунем одну ногу, на нее и фиксируем. Потом пропаиваем остальное. Ну, как-то вот так. Все, далее у нас начинаем с мелочевки, с резисторов, с диодов. То есть вот диоды диодного моста на 1N001. Не путаем анод с катодом. Так, здесь есть два резистора, и они разные. Один, как видится, на 1 кОм, а второй не обозначен. Второй это R1 на 510 Ом. Вот резистор на 1 кОм. Он сюда. Второй на 510 Ом. Соответственно, сюда. Так, конденсаторы. Это 332. Это вот он, C5. Он ставится рядышком. У него тоже номинал не указан. А это 104. Просто фильтрующие конденсаторы, которые шунтируют электролиты. В комплекте есть еще предохранитель, что очень странно, первый раз такое вижу. Ставится он сюда.
Так, светодиодик еще этот. Ну, длинная нога у него плюс, и здесь обозначен как плюс-минус. Так, конденсатор по выходу. Опять же, не путаем полярность. Все, модуль собран. Осталось дело за проверкой. Нашел у себя здесь трансформатор с обмоткой на 18 вольт. Ну, сейчас остается, наверное, только подключить. Подключил, называется. Соединил переменку на выход. Ну и стрельнул вот этот диодик. Попытка номер два. Поменял диод. И уже переменку подал к диодному мосту. Включаем. Ну, даже как-то пытается работать. 19,8, ну почти 20 вольт. На выходе 1,2, которое можно выставить до 24,3. Ну, на пределе конденсатора, будем надеяться, что не пыхнет. Ну, сама микросхемка холодная, хотя чего и греться, нагрузки-то нету. Вот, подключил я к данному модулю кусочек светодиодной ленты. Ну, и сейчас вот еще прибор, чтобы мониторить напряжение. Значит, 1,26. Нас интересует 12 вольт. Вот. Ну и, соответственно, все работает. Ну и этот, понятное дело, холодный. На этом, наверное, все. Ссылки, как обычно, все в описании. Спасибо за внимание. Пока.